Всем привет! Сегодня готовлю закрутку на зиму. Это лечо. Очень простой и вкусный рецепт. Обязательно приготовьте. Для этого нам понадобится перец сладкий, уже очищенный, 2 килограмма. Постарайтесь перец брать примерно с одинаковой толщиной стенки, чтобы не получилось так, что один переварится, другой не доварится. Соль, сахар, томатный сок. Готовы уже 3 литра. Я не люблю подлива, чтобы была жидкая, поэтому я привариваю. Я сделала 4 литра сока и уварила его до 3 литров. И получился вот такой густой красный томатный сок. 10 зубцов чеснока. Чеснок у меня крупный. И банки. Я перец закрываю в пол-литровые вот такие красивые баночки. Перец я порезала небольшими кусочками, мелко не нарезайте. Чеснок пропустила через чеснокодавилку. Банки поставила стерилизоваться и томатный сок поставила на огонь до закипания. Томатный сок закипел. Я добавляю сахар, соль. Перемешиваю. Обязательно нужно будет попробовать, потому что томаты разные. У меня, допустим, красные, крупноплодные, мясистые и сладкие сорта. Бывают и томаты кислые, поэтому пробуйте по вкусу, чтобы вкус был вам приятен. Сироп. Если томатный сок будет кислить за счет кислых томатов, то, конечно, добавляйте еще сахара. Все делайте по своему вкусу. И затем добавляем перец. Я это делаю в чугунном котелке 8-литровом. Очень удобно. Хорошо перемешиваем. Добавляю чеснок. И опять хорошо перемешаю. После закипания перец должен прокипеть 15-20 минут. Сколько должен кипеть перец, смотрите сами, потому что толщина стенок у перца разная. И нужно смотреть, чтобы он не переварился. То есть был такой полуготовый. Потому что разварится в томатном соке и не будет структуры. Поэтому лучше чуть-чуть не доварить, чем переварить. Все, оставляю на 15 минут вариться. Но при этом я... Прошло 15 минут, этого достаточно. И теперь я разливаю лечо по стерилизованным банкам. Разливаю, смотрите, чтобы и подливки было в меру, и самого перца. Я использую вот такое широкое горлышко. Очень удобно, ничего не разливается. И по самые края банки заливаю. Перец при этом у меня стоит на огне, на медленном, и кипит. Закрываю крышкой. Туго. Все, и переворачиваю. Все, лечо готово. У меня получилось 7 баночек. Они чуть больше, чем по пол-литра. Еще остаток. Обязательно при приготовлении пробуйте на вкус томатный сок по сахару и по соли, потому что томаты разные, вкус у нас с вами разный. В это лечо не добавляется ни уксус, ни лимонная кислота. Все хранится замечательно. Сейчас я накрою теплым полотенцем и оставлю до полного остывания. Такие баночки можно хранить даже в квартире, не только в погребе. Получается, правда, очень вкусно. Попробуйте. Всем приятного аппетита и пока!